себя проработал все эти 5 лет, и за эти 5 лет не было ко мне никаких вопросов. И тут вот вдруг, 16-й год, всплыли вопросы, которые многократно проверялись разными органами. Мы все это докажем уже во время, представим это все во время, наверное, уже судебных процессов. Здорово, по-моему, похудели. Не знаю, это я на лицо осунулся, понимаете. Ну, по одежде ты чувствуешь? Да. Ну, тюрьма, понимаете, не хватает белковой еды, углеводы и сладкое. Много не съешь. Вот, надо выйти в рабочей форме. Вот, чем бы ни заниматься, заниматься есть чем, 5 детей обязывают, заниматься всегда есть чем. Деятельному человеку, если бы не моя хроническая история, я бы чувствовал себя хорошо. К сожалению, у меня вот эта спаечная болезнь, она зависит очень сильно от режима питания и соблюдения, чего сегодня пока что обеспечить в СИЗО достаточно трудно. Поэтому мы с адвокатами проговорили вот эту стратегию, что если следователь вот так хочет нас отграничить от внешнего мира, у следователя не задача же меня морально поломать в тюрьме среди преступников, арестантов, там, да, наркоманов, ОПС, воров и так далее. Нет же такого. Следствию надо на самом деле меня ограничить или просто поломать. Тюрьма — это место, которое ломает людей. Я видел много там сломленных людей. Вот. Но я держусь. В тюрьме имеет огромное значение самодисциплина. Встал, проснулся, поел, помылся, прогулка, тренировки. Делаем все, что... У меня в камере находятся люди из 18 человек. Только 2 примерно моего возраста и чуть старше. Остальные все — это молодежь. Это дети, которые заехали, называется, по 228. Это то, с чем боремся мы, вот эти надписи на стене, так называемые соли. Кто-то употреблял, кто-то продавал, закладки и так далее. Это молодежь, еще не сформировавшаяся. И понятно, вот это, когда эти люди попадают в камеру, они либо попадают в мир криминальный, их там учат, как там, условно говоря, как это называется, на блатной козе ездить, да, я уже не помню. Или когда они попадают ко мне, когда я их учу, там, я им книжки читаю вслух, писать их учу, они у меня сочинения пишут.